Первый центр социальной реабилитации для инвалидов «Солнечный мир» открылся во Владивостоке. Для занятий приглашаются приморцы от 18 до 55 лет с ограниченными возможностями здоровья, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме. Конечно, мы рассчитываем здесь кучу пространства открыть, различные терапии проводить для наших людей с ограниченными возможностями. И вот тут очень хорошая миссия, да, мы помогаем особым людям жить обычной жизнью. По словам директора учреждения, в центре инвалидов научат самостоятельности в быту, самообслуживанию и общению. Кроме того, один раз в месяц с родителями или законными представителями получателей социальных услуг будут проводиться тематические мероприятия, возможно, индивидуальная и групповая работа с психологом. Это такой первый центр в городе Владивостоке. Чтобы к нам попасть, надо прийти к нам на Иртышскую, 8, и обратиться к администратору. Он нас встретит, предложит заполнить правильную анкету, специалисты с вами созвонятся, пригласят на собеседование, проведут тестирование, направят группу, составят индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Просто нужно к нам прийти, и мир заиграет другими красками. Услуги в центре будут предоставляться бесплатно. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.